Физкульт, привет, друзья! С вами команда Nordic Pro, меня зовут Денис. Сегодня вам расскажу про палки одноименного названия Nordic Pro. Выпускаем мы уже несколько лет их. Это базовая модель, недорогая, двухсекционный алюминиевый телескоп. Выпускаются в синем цвете, в красном и в сером цвете. Вес одной пары 460 грамм. Алюминий, две секции. Ручки со съемными темляками. Темляки имеют два размера: LXL либо SM. SM с красной подложкой, LXL с черной, ну и с указанием размера на этикетке вот здесь. Пробковая ручка, темляк снимается нажатием большого пальца и вот таким образом легко щелкивается обратно. На древке палки нанесен рост ходока. Мы сразу же выставляем рост того пользователя при моем росте 170. Сразу же выставляем на 170 и на скрутку фиксирую. Палка 77 сантиметров в собранном виде. До 130 она раздвигается. Это что соответствует росту 190 сантиметров. Пользователь ростом 190 сантиметров может с этими палками ходить. Собираются они вот так, укомплектованы наконечником в форме шипа, на него одевается 7D Sport Premium, наш знаменитый, супер износостойкий, отличный наконечник из каучука, очень хорошо держит и асфальт, и тротуарную плитку, отталкивание просто великолепное. Один момент, который мы на этих палках исправили, у нас есть еще обзоры на эти же палки, которые мы выпускали раньше, это цанговый механизм. Здесь мы установили абсолютно новую деталь, вот такую вот. И что исключает, были раньше проблемы две, это когда палку вы крутите, вы не можете ее зафиксировать, здесь этого нету. Пока обращений от покупателей, то что такая проблема есть, мы не получали. То есть палка абсолютно хорошо фиксируется на нужную длину практически в 100% случаев. На скрутку все, вы зафиксировали, никуда она не денется. И, соответственно, этот же цанговый механизм решил проблему, когда палка у вас стопорилась на одной длине, и вы ничего не могли с ней сделать. Вот здесь такого пока нет, и я надеюсь, не будет. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Палки всем, до свидания.